Главной темой встречи сотрудников ГИБДД с представителями транспортных компаний Ленинского городского округа стал стартовавший 11 июля социальный раунд «Трезвый водитель». Госавтоинспекторы уделяют этой проблеме особое внимание. Также на совещании были разобраны происшествия на дорогах, техническая готовность транспорта и основные жалобы пассажиров. Основные замечания – это грубые нарушения ПДД водителями автобусов. Это отклонение от маршрутов, это движение по обочинам, проезд на запрещенного светофора, ну и невнимательность, спешка. Инспекторы напомнили водителям автобусов о необходимости корректного отношения к представителям старшего поколения. Будьте внимательны, потому что они во время движения транспортного средства подходят у вас к двери, стараются там, да, уже приобрести время для того, чтобы выйти. Достаточно медленно все это делается. И бывают ситуации, когда человек еще не успел закончить свое движение, выход из автобуса, а вы уже начинаете движение транспортного средства. В ходе встречи у водителей была возможность задать интересующие их вопросы, озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются на маршрутах. Еще одной темой для обсуждения стало введение карточек для режима труда и отдыха водительского состава. Чтобы не было никаких нареканий в нашу сторону, то есть водители могли отдыхать и все остальное. Соответственно, мы могли их контролировать, где они находятся, в каком месте, помимо того, что установлены дополнительные системы в автобусах по отслеживанию. То есть это будет нам упрощает реагирование на жалобы, которые поступают от граждан. Ну и, соответственно, будем за ними уже смотреть, чтобы с нашей стороны тоже как бы к нам не было нареканий со стороны водителей. Такие профилактические встречи с представителями транспортных компаний муниципалитета инспекторы проводят ежемесячно, чтобы напомнить о соблюдении правил безопасной перевозки пассажиров. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.